Всем привет, друзья! Сегодня я хотел бы вам представить обзор модели, миниатюры, французская пехота в противогазах. Модель под номером 35696. Первое, что мы видим, это у нас красочный бокс-арт. Далее коробка из плотного картона. Коробка у нас пакет с литниками и инструкция. Начнем обзор с инструкции. В инструкции у нас показан набор. Это у нас вооружение. Первый литник. Покажу вам цвета. При покупке может пригодиться вам. И следующий у нас это детали фигурки. Поэтому посмотрите. Тоже может пригодиться. Вот. Ну, на первых сторонах у нас с одной стороны показаны литники. Краски переворачиваем. Как собирать? То есть сама деталь, номера деталей, которые чтобы состыковать, и окраска. Вот. Здесь у нас получается все. Теперь сами обзор литников. Хочу обратить ваше внимание на такую штуку. Набор такой раньше был у компании CM. Поэтому здесь по сути вот это один набор, а вот это у нас добавление к нему. Это у нас противогазы. Поэтому давайте, ну я вам сделаю обзор всей модели. Противогазы будут в конце. Первый литник это у нас литник с вооружением, с оружием. Мелкие детали. Большое количество, хочу обратить внимание на мелкие детали, которые отлиты отлично. Сделано хорошо у нас все тут. Дальше следующий литник это у нас детали солдат. Фигурки сами. Здесь у нас все хорошо. Стыка нет. Это у нас верхняя часть туловища. Она хорошо детализирована. Хочу на это обратить внимание. При росписи это будет очень интересно, кто. Так, да, вот у нас лица. Это получается у нас такой набор есть не в противогазах. То есть это вот этот литник. То есть можно в принципе будет собрать и такой, можно собрать и в противогазах. Но если вы соберете в противогазах, я так понимаю, лица останутся. И их можно будет использовать в каких-нибудь других миниатюрах. Детальки останутся. Далее, кисти рук какие-то сделаны у нас отдельно. Какие-то кисти рук у нас сделаны к рукам приделаны. Вот. Здесь у нас все хорошо. Обои, каких-либо недоливов или дефектов на данной модели нет. И обзор маленького литничка. Это у нас новый литник, который добавился в данной модели. Это сами противогазы. Это одна часть у нас получается передняя часть, а это задняя часть уже как голова. То есть при склейке это будет полноценная голова. И здесь почему-то сделаны две руки. И на какой-то фигурке они, наверное, заменяются. Я вам покажу сейчас детали, если резкость наведется. Не, резкость не наводится, поэтому поверьте мне на слово. Противогазы сделаны очень интересно. Это получается Первой мировой. Очень необычные фигурки и солдаты. Вот, на этом хочу закончить обзор данной модели. Модель сделана хорошо, пролита отлично. Каких-либо дефектов на данной модели нет. Поэтому любители миниатюр, покупайте. Все классно, все супер. Всем спасибо, пока.